Через год пусть ко мне в светлый день приведет. Буду верить и ждать, ты вернешься опять. Я хочу одного вернуть тебя, о, бимбо. Мелодия бимбо, бимбо, бимбо. Мелодия бимбо, бимбо, бимбо. Мелодия бимбо, бимбо, бимбо. Мы, смотри, здесь смеемся, ну, переглядываясь. Наверное, забавно вам ехать с работы в пробках вот под эту веселую, но странную такую навязчивую песенку. Привет из 60-х. Это в том числе и тема вашей программы. Я больше ничего не говорю в этом часе. Песня задала настроение этого часа. У нас гость. Или гостья. Да, поинтригуем немножко. Сами догадайтесь, кто. Включи микрофон нашему гостю. Включила. Идут обыденные дожди по собственным лужам скользя, как будто они поклялись идти, а клятву нарушить нельзя. Даже смешно, ничего не ждешь, никакого чуда не ждешь. Засыпаешь — дождь, просыпаешься — дождь, выходишь на улицу — дождь, и видишь только пустую мглу, город видишь пустой. Газировщица скрючилась на углу, упорно торгует водой, а воды вокруг — столько воды, просто некуда разливать. Это все равно, что идти торговать солнцем там, где сейчас ты. Послушай, а может быть и у вас такая же чехарда? У подъезда в глине газик увяз, на балконе слоем вода. Если так, значит, в мире какая-то ложь. Так не должно быть, нет. Потому что нужно, если мне дождь, то тебе солнечный свет. Как дочка солнечный, как слюда, как трескучая пляска огня. У тебя не должно быть дождей никогда. Пусть они идут у меня. Они идут, слепые дожди. Ни деревьев нет, ни травы. Пожалуйста, это письмо порви и меня за него прости. А впрочем, дело совсем не в нем. Просто трудно терпеть. Море гудит за моим окном, как поезд, идущий к тебе. Угадали тебя, Алиса. Добрый вечер. Да, привет. Катя, Катерина из Москвы, первая написала, Алиса Гребенщикова. Действительно, замечательная актриса. Вот не можем мы от штампов отойти. Замечательная актриса. Все штампуем, да, штампуем. Да, да. Прекрасная актриса. Что так складывается. Человек у нас в гостях. Актриса Алиса Гребенщикова с Томиком Роберта Рождественского. Томик, ты неправильно сказал. Мне кажется, это Томище. Это, по-моему, полное собрание, да? Да, да. Полное собрание стихотворений, песен и поэм в одном томе. Книга, с которой я что-то не расстаюсь последние дни. В одном томе с множеством закладок. Да, да, множество желтых закладок. Потому что вначале я читала эти стихотворения. Потом я думаю, надо как-то почаще возвращаться к тем, которые мне особенно понравились, и сделала вот эти закладочки. Следующий шаг — я написала, где какое стихотворение. И вот хожу с книжкой, как какая-то очень несовременная девочка. Ну да, тем более, что Роберт Рождественский, мало того, что несовременная девочка, еще и... Так в редикюль не помещается. Нет. Увесистая. Ну, почему ты отдаешь свои последние дни, ну, последнее время? Последние дни января, хочу последние сказать, дни Алекс. Января. Спасибо, Марин, пришла. Почему ты отдаешь Роберту Рождественскому? У меня есть спектакль «Капель», нежный, про любовь, и там мне в основном звучат стихотворения Беллы Ахмадулиной и три стихотворения Роберта Рождественского. Мы этот спектакль играем больше, чем полгода уже, и мне все зрители спрашивают: «Алис, ну а что дальше будете делать? Это так интересно, нам так нравится то, что вы делаете, у вас такое все нежное, какое-то дышащее, трепетное, а что следующее?» И я сама себе задаю вопрос: действительно, что следующее? И вот что-то стало погружаться в поэзию Рождественского, и думаю, как он удивительно пишет об уходящей любви. Об отношениях мужчины и женщины и об уходящей любви. Он так честно, так просто. И о каких-то конфликтах, которые возникают. Вот у него, например, есть строчки: «Я убежал из дома, я из дома убежал, чтобы наконец-то вырваться из радиуса действия обыденной любви». Я из дома убежал, чтобы наконец-то вырваться из радиуса действия обыденной любви. Я понял. Он описывает, препарирует вот это состояние, да, когда люди расстаются. Да. У меня есть вопрос. Он уходил или от него уходили? Он брошенный? С точки зрения человека, которого оставили? Лирический герой
оставил лирическую героиню. Круто, потому что вот таких произведений очень мало. Потому что все, что нам дает Голливуд, российский кинематограф, они про то, про тех, кто, кого бросили. Да. Антона Городецкого бросила жена, и он стал то ли вампиром. Он, в общем, просто стал. Ночной дозор. Так, ну, что-то происходит везде. Фантастика, детективы, еще что-то. Как правило, человека оставили, он переживает. А с точки зрения тех, кто оставил, тех, кто ушел. Кто уходит, да. А для них не меньшая трагедия. Ну, не меньшая Нет, же. А тут как раз не про трагедию. Мне вот интересно, чем мучается лирический герой Роберта Рождественского, оставляя лирическую героиню. Он как-то так очень спокойно говорит. Ну, подожди, Алиса, это же когда он уходит, это же вот эта вот обыденность, скучно ему похоже, что там какая-то пустота остается, не знаю. Ну вот... Ну вот приведи примеры, да, вот прочти, может быть, что-то. Да, такое. Есть такое стихотворение, но чуть более длинное, чем... Ну, такое же, как предыдущее, но это же можно, да, правда? Да, конечно, у нас песни по 4 минуты звучат. Роберту Рождественскому в этом часе можно все. Вот про то, собственно, с чего начинаются конфликты. Вот у него есть чудесное стихотворение. «Не ревнуй меня к дороге, к неудачам и удачам. Принимаю все упреки, но иначе, как иначе? Не ревнуй меня к вагонам, не ревнуй меня к проселкам, к верхним полкам, тряским полкам и пейзажам законным. Говори, что мне сердито, я не выдержу, обижусь. Но подумай, рассуди ты, я ж тебя почти не вижу. Неужели ты не кончишь постоянные тревоги? Неужели ты не хочешь дома быть, а не в дороге? Милая, давай проверим. Накрепко закроем двери, будем мы вдвоем с тобою. Просто двое, только двое. Чтобы ты на дальний ветер не была в такой обиде, чтобы никого на свете и не слышать, и не видеть. Бабушку твою научим, чтоб она на всякий случай говорила всем знакомым: нету дома, нету дома. Если будет так, как скажем, то, почти уверен я, удивятся очень даже родственники и друзья. Будут волноваться, часто телефоны беспокоя, будут в нашу дверь стучаться, что стряслось, что такое. А потом они отстанут, навещать нас перестанут, позвонят так без охоты и забудут этот дом. Просидим мы так полгода, год, допустим, а потом... Ты ж сама, поверь на слово, подойдешь ко мне сурово и совсем без тени смеха скажешь, нервно и жестоко: ты бы уехал ненадолго, ты бы куда-нибудь уехал. Вот эта тема — уехать, убежать, вырваться и все равно потом вернуться, это вот... Слушайте, мне вообще, я услышал, что он выясняет отношения в этом, ну, то есть как-то так оправдывает... Ну, загулял. Ну, подожди. Нет, он как раз не загулял. Он, ты сейчас подтверждаешь, что мужчины и женщины слышат совершенно разные вещи. Ну, он, конечно, филигранно выразился, он поэт. Но это все равно, что, Мари, ты знаешь, ну, не надо вот этого. Ну, что ты все время дома? Ну, давай как-то вырвемся, ну, что-то еще. Ну, что-то вот все время, вот, чтобы мы сидели дома. Подожди, ну, а тебе что-нибудь? Дай мне свободы немножко. Это желание свободы. Свобода. Нет? Ну да, ну вот... То есть, подожди, он не может ее кинуть просто так, да? А это надо сделать как-то филигранно. Нет, он не то что кинуть, он просто... Нет. Он... Она ему все в претензиях. Он... Что это? Что же у тебя за работа такая? Сплошные командировки. Я устала. Вот она нервничает. Дома тебя никогда нет. Это бросаешь меня вообще. Нет, не бросаешь. Просто тебя... Он вообще никого не бросает. Подожди, я уже не говорю... Так его дома нет, ну... Действительно. Ты правда бросаешь меня? Я вообще даже не спрашиваю тебя о проводницах и стюардессах там в этих командировках. Ну, просто я приличный человек. Ну, можешь почаще бывать дома? Спасибо, Алекс. Все-таки пара. Выразил как-то. Да. Ну да, он говорит, что это невозможно. А почему это, подожди? Мы сойдем с ума. Мы сгрызем друг друга. Видимо, знаете, тут... Но, может быть, предвестником этого есть еще одно коротенькое. Алис, ну получается, Алекс прав. Это требование личного пространства и свободы. Да. Мне кажется... В поэтической форме. В поэтической форме, но это очень... Так редко кто об этом говорит в литературе. Я бы сказала так даже. А у него есть еще стихотворение «Разговор с доктором». Интересно. «Доктор, любовь умирает. Симптомы. Чувствовал вялость. Спал до обеда. Не было необъяснимой истомы, не было жара, не было бреда. На 7 минут опоздал на свидание. Есть и причина. Часы подкосили. Думал зайти в магазин за цветами, вспомнил, что переучет в магазине, даже обрадовался. А после были и в кино, прошли мимо парка. Я говорила о хоккее и о пользе нового помещения Госбанка.
выпили чай с пережаренным тортом. От разговоров не было проку. Дальше. А что вы там пишете, доктор? Я вам выписываю дорогу. Прекрасно. Но вы знаете, что я подумал? Что вот эти ребята, вот эта вся плеяда, и Вознесенский, и Роберт Рождественский, в меньшей степени Евтушенко, они, конечно, были такими западниками. Вот когда ты произнесла первые строки, прочитала, это очевидно, доктор, что это психотерапевт. Да. Это 70-е годы СССР, человек в кабинете у психотерапевта. И вот он доктору перечисляет действительно все вот... Тогда же не было психотерапевтов, а он предвосхитил. Все симптомы. У него же, ну, читатель-то того времени, он думает, что он просто, ну, такая политическая, поэтическая аллюзия к доктору, я пришел. Да, да, да. Знаешь, что мне интересно? А такие доктора-то есть. В этих стихах совершенно не задействована лирическая героиня. То есть мы никак не можем понять вообще, что она об этом думает. Как она вообще вторгается в его жизнь. Ведь невозможно же понять, вот от кого он уходит. Ну, от какой-то... Что значит, от какой-то склочной женщины, которую он любил вообще, ходил за цветами. Да, про любовь тоже в него очень много. Когда переучета не было. Да-да-да. А есть про детей? Вот про Катю Рождественскую, например. Ну, та, которая в караване истории преображает людей. Это же интересно прочесть про то, какая она была маленькая. Нет, ты знаешь, Дмитрий вот подключился к нашему разговору, говорит, что вообще знакомая ситуация. И Рождественский абсолютно прав, но ты, Алекс, как-то неверно все-таки толкуешь про свободу. Вы, Дмитрий, поясните, конечно, что знакомая ситуация, где правы и где неправы. А вот, кстати, мы вспомнили у Евтушенко. У Евтушенко все-таки смягчает немножко все эти истории, все свои истории похождений. Так, ну, что, да. Что значит смягчает? Соломки подстелил? Ну вот, могу подтвердить. Он пишет, что работал до утра. У него, да. У него есть такое стихотворение. «Всегда найдется женская рука, чтобы она, прохладная и легка, жалея немножечко любя, как брата успокоила тебя». Всегда найдется женское плечо, чтобы в него дышал ты горячо, припав к нему беспутной головой, ему доверив сон мятежный свой. Всегда найдутся женские глаза, чтобы они всю боль твою глуша, а если и не всю, то часть ее увидели страдание твое. Но есть и такая женская рука, которая особенно сладка, когда она измученного лба касается, как вечности судьба. Но есть и такое женское плечо, которое неведомо за что, не на ночь, а навек тебе дано. И это понял ты давным-давно. Но есть такие женские глаза, которые глядят всегда грустя, и это до последних твоих дней глаза любви и совести твоей. А ты живешь себе же вопреки, и мало тебе только той руки, того плеча и тех печальных глаз. Ты предавал их в жизни столько раз, но вот оно возмездие настает. Предатель, дождь тебя наотмашь бьет, предатель, ветки хлещут по лицу, предатель, эхо слышится в лесу. Ты мечешься, ты мучишься, грустишь, ты сам себе все это не простишь, но только та прозрачная рука простит, хотя обида и тяжка, и только то усталое плечо простит сейчас, да и простит еще, и только те печальные глаза простят все то, чего прощать нельзя. Что ты думаешь, Алекс? Ну, прекрасно, прекрасно. Я просто подумал, что они же, ну, современники, и, безусловно, общались друг с другом. Вдруг это они написали одной и той же женщине. Но мы-то знаем, история знает, что они и писали. Пересекались. Пересекались, так сказать, в некоторых точках. Да. Ну да. Да. Задумались. Ну, тему-то задала. Нет, вот эта тема, правда, тема лирического героя, который уходит, она прям вообще мало представлена. Мало представлена в литературе, в кинематографе. Ну, потому что считается негодяем, да, тот, кто ушел. Да. А это неверно. Ну, какой же Роберт Рождественский негодяй? Хотя мы же этого не знаем, с другой стороны. Нет, мы сейчас про его лирического героя все-таки. Да, про лирического героя. Ну, и на самом деле, это мы-то запоминаем моменты, когда нас бросили, вот переживания. А когда вы уходили, то уже сами уходили. Понимаешь, когда нас это бросили... Это для человека трагедия, а вы-то уже не помните об этом совершенно. Когда нас бросили, это динамика. Есть на что посмотреть и есть что выплеснуть. А когда ты уходишь, это какая-то такая внутренняя стадия, и, возможно, сложнее выражать. Но ты берешь на себя ответственность, ты посмелее. Ну, допустим, отношения изжили себя. Вот он же пишет, Алиса, да, прочла, да, да. Первое стихотворение. Ну все, ну куда уж дальше. И ты берешь на себя смелость и всю вот эту карму разрушения ячейки общества.
Роберт пишет, наш слушатель Дмитрий пишет про необходимость расставания как часть отношений для разрыва обыденности, да, да, чтобы встречи несли радость. То есть, обрати внимание, Алекс, он не просит у женщины права «отпусти меня в кабак сегодня», понимаешь? Он просит радости вообще встреч. Что, Алиса, нам еще... Расскажи про спектакль. Это Моно? Нет, а Капель — это нежнейший спектакль, где у нас три девочки. Капель — это акапелло? Капель. Капель — это звенящее что-то, звенящее, трепетное. У нас, кстати, и сайт, он тоже так называется, Капель с тремя буквами L, потому что с одной как-то, мне казалось, очень странно будет, а Капель, вот как будто каждая буковка L на конце, каждая капелька, да. Капель-ком, да. Капель-ком, да? Капель-ком, да. Смотрите, друзья, капельком можно узнать, когда идет спектакль, когда идут спектакли. Да, тем более, это ближайший у нас завтра уже. Круто. Да, завтра. Пятница. Пятница, 8 вечера. Капелью. Не приду. Спасибо. Что же еще можно от мужчин? Нет, я бы хотел, я в Сургуте буду. Ты не была в Сургуте с концертами? Я была. С концертами нет, но я, конечно, бывала в Сургуте со спектаклями. С капелью мы еще не возили. Проведи мне курс молодого бойца. Вот, Алис, что... Попроси съездить в Ханты-Мансийск. Вот что я... Скажи, это сколько километров? Ну, это часов 5, да. О, нет, я там всего-то... Один день, да? Ну, хорошо, а что, рыбу везти, да, оттуда? Да, попробовать хотя бы строганину. Ох, строганина сейчас хороша. Да. В Западной Сибири. Похоже, что и да. Ладно, жди меня, я вернусь. Да, в общем, у нас такой нежный спектакль про любовь, про то, как чувствуют девушки. Есть я, которая читает стихи, есть ураган наша Юля Волкова, такая актриса и певица, она в практике раньше очень много играла в спектаклях. Сейчас вот со мной работает. Да, мы ее знаем, привечали здесь. Юля, да. Юля, она огонь, у нее удивительный тембр, такой редкий, красивый, богатый. Вот. И композитор Алина Нинашева, которая сопровождает все это нежными звуками фортепиано. Она так, знаете, так... я много работала с разными аккомпаниаторами, с музыкантами, но вот благодаря тому, что Алина композитор, она так хорошо чувствует и ритм стихотворения, она дышит прямо вместе с нами. И это очень приятно, это так ценно, потому что редко находишь человека, который вместе с тобой дышит. И вот у нас такое тройное дыхание на троих. Ничего. Круто. Красиво, да. А еще у нас там очень часто меняются декорации. То есть мы вначале их какими-то придумали, а потом я их немножечко поменяла. Это я потом вам расскажу. Смену декорации. Через несколько минут. Мы тут сменим декорации, как раз сейчас прозвучат. То есть видишь, у тебя уже слушатели пришли с улицы, слушают тебя. Эй, привет! Это наша экскурсия, которая теперь по вечерам на Серебряном дожде. Алиса Гребенщикова у нас в студии. Это другой ящичек, и вот там вот под шат сам. В моем ящичке, да, Алекс, вот, да, отлично, нашел. Мы говорим сейчас о двух билетах на спектакль Резо Габриадзе. Это программа «Что-то хорошее». И стихи у нас в этом часе, 730-101, телефон прямого эфира. Хорошо, что ты нашел. Нашел. Ну, давайте так. Вообще, конечно, разумнее и логичнее было бы пригласить на спектакль Алисы и Ольги «Капель». Но все равно, вы же на Резо-то грех не пригласить. Да. А мы в следующий раз, когда Резо к вам придет в студию, можно. Разыграем на Капель. И я уверен, он такой будет не против, наоборот, обрадует. Смотрите, у нас есть два билета на премьерный спектакль «Бриллиант маршала де Фонтье» театра марионеток Резо Габриадзе на 30 января. Это когда? Это завтра. А, завтра. Смотрите, завтра пойдете в театр. Два билета есть. Время какое? 19-м? В 20:00. 20:00 завтра. Поэтому, наверное, все-таки звоните нам из Москвы, москвичи. Вот как всегда, Москва дискредитирует. Не успеете вы к нам приехать из Сургута. Ну, а зато из Петербурга можно успеть легко. А в Петербурге нас только через интернет слушают. Ну ладно, ребят, смотрите. Все, что вам нужно, это прочесть свое любимое стихотворение из 60-х. Позвоните. Вот прямо сейчас, 730-101, это телефон прямого эфира. Да, ну мы примем несколько звонков и выберем лучшее. И выберем действительно вместе с Алисой. 730-101, ваше стихотворение. Два билета на завтрашний спектакль Резо Габриадзе. Ну, а если не попадете, не выиграете билет, пойдете на Капель.
Да. Как я прям разрулился, да? Да, молодец, Алекс. Да. Профессиональный какой человек. А вот, кстати, возвращаясь к нашему разговору о том, что лирический герой Роберта Рождественского не рассказывает о том, что чувствует героиня, от которой уходит. На самом деле, тут и про нее тоже есть кое-что. Давайте узнаем, кто она. Ну, да. Наконец-то. Что она чувствует. Нотка феминизма в нашем эфире. Ты мне сказала, ночью я тебя видала с другой. Снилось, на тонкой ноте в печке гудел огонь. Снилось, что пахло гарью. Снилось, метель мела. Снилось, что та, другая, тебя у метро ждала. И это было начало и приближением конца. Я где-то ее встречала, жаль, не помню лица. Я даже тебя не помню. Помню, что это ты. Медленно и не больно падал снег с высоты. Сугробы росли неизбежно возле холодной скамьи. Не снилась твоя усмешка, снились слезы мои. Другая сидела рядом. Были щеки бледны. Если все это неправда, зачем тогда снятся сны? Зачем мне, скажи на милость, знать запах ее волос? А мне ничего не снилось. Мне просто не спалось. Это он говорит, да? Да. Ну, брутально, по-своему, да. Да. Ну, как узнаваемо. Прям это брутто, да? Не-не-не. Не, ну вот как он точно пишет, да? Как просто и как точно, как вот без каких-то сложных конструкций грамматических. Как вот человек, какой талант отбирать именно те слова и как, ну, наверное, действительно препарировать. Я вот, я прошу прощения за сравнение, просто Вера Полосков мой друг, и я не могу об этом не сказать. Вот как я Веру все время называю хирургом, потому что она именно препарирует себя, все свои чувства она разрезает и очень точно описывает все, что с ней происходит. Так. Да, да, соглашусь. Хотя его сравнивают сейчас с Рождественского, знаешь, с кем удивишься? С Ромой Зверем. Ну, я хочу, как в первый раз, и поэтому пока. В общем-то, да, почему нет? То же самое. А я вот нашел тем временем стихотворение в исполнении автора Роберта Рождественского. Оно очень, опять же, актуально. То есть тогда не знали слово «прокрастинация». Некоторые до сих пор. Что-что? Да я просто замерла немного. Знаешь, перед тем, как кто-то нам почитает Роберта Рождественского, давай дадим шанс слушателю. Так, первым, давай, конечно, первым номером мы же выступить. Обещали. Уже у нас кто-то ждет? Да. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер, откликнитесь, пожалуйста. Прекратите говорить. Раз. Да, вас слышно. Алло. Привет. Смотрите, у вас есть шанс получить два билета на Резо Габриадзе. Прочитайте нам, пожалуйста, свою любимую лирику. Да, я тут как раз еду за рулем и набрал, и думал, уже никто не ответит. Можно читать, да? Да, это говорит о том, что вы помните на память. Знаете на память, наизусть. Наизусть. Да, конечно, на память. Просто не уверен, из 60-х или нет, но это такая советская классика, вроде бы. Я думаю, кто может кто-нибудь ее знает. Итак, рано утром приходят скверы. Сейчас, секундочку. Так, кажется, там блокнотик где-то. Неудобно одновременно. Вы айфон открыли? Давайте. Ну, давайте. Рано утром приходят в скверы. Спасибо. Я напомню, что два билета на спектакль Резо Габриадзе, который состоится завтра в 8 вечера. Вы можете получить эти два билета. Просто прочтите нам свое любимое произведение из 60-х. Рано утром. Можно по айфону. Приходят в скверы одинокие злые старухи и сердитые пенсионеры на скамейках читают газеты. Здесь тепло, розовато, влажно. Город заспан, как детские щеки. На кирпично-красных площадках бьют пожарные струи фонтанов и подстриженные газоны размалеваны тенью и солнцем. Я бы тебе отдала... Без всякого айфона. Я бы тебе отдала два билета, но ты в Сургуте завтра, прости. Добрый вечер, давай еще сделаем одну попытку. Давид Самойлов, да. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Я бы хотела прочитать стихотворение Владимира Соколова «Музыка». Внемлем вам. Спасибо, музыка, за то, что ты меня не оставляешь. Спасибо, что лица не закрываешь, себя не прячешь ни за что. Спасибо, музыка, за то, что ты единственное чудо, что ты душа, а не причуда, что для кого-то ты ничто.
Спасибо, музыка, за то, что ты и умным, что за то, чего и умным не подделать. За то спасибо, что никто не знает, что с тобой поделать. Спасибо, что поделились своей музыкой. А как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена. Спасибо. Ну, дослушайте программу до конца. Может быть, вы выиграете. Дослушайте только обязательно. Так я хочу предоставить слово Роберту Рождественскому, самому, собственно, мэтру, и стихотворение о прокрастинации. Но тогда слова не знали, поэтому оно называется «Убивают время». Слушайтесь, вглядитесь. Убивают время. Убивают время, сообща и в одиночку, будто бы друг с другом соревнуясь, кто скорее. Убивают в полдень, убивают ночью. Убивают время нахально и молитвенно. Убивают время стыдливо и истошно. Убивают прямо перед окнами милиции. Что там перед окнами? За окнами тоже. Люди спотыкаются, погоду ругают, на площадках лестничных толкутся вдвоем, зазывают в гости, так и предлагают. Приходите, как-нибудь вечерок убьем. Люди суетятся, люди верят в слухи, ссорятся, ждут из Саратова родных. Убивают время, после моют руки, чтоб не оставалось крови на них. Люди убивают время отрешенно, пухлые портфели загадочно несут, убивают собственное время и чужое. И никто за это не зовет их в суд. И никто ни разу не вручает похоронных, мол, погибло время, нужнейшее, зазря. Падают минуты повзводно и поротно, начиная с самого 1 января. Мертвые минуты молчат, не обижаются. Мертвые минуты выстраиваются в века. Зачем люди плачут? Чего докторам жалуются? Что мало успели сделать? Что жизнь коротка? Такой вот. Прекрасный. Ну, он мудрец прям. Прекрасный. Ну, согласись, что то, что мы сейчас здесь вместе находимся, это же совершенно бесценно, потому что вот оно никогда не повторится в другом моменте. Угу. Ну, дадим слово еще. Надо это ценить, мне кажется. Добрый вечер. Алло. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Что вы нам хотите прочесть? Я хочу прочесть Иосифа Бродского. Давайте. Пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Соня. Стихотворение называется «В горах». Голубой саксонский лес, снега битого фарфор. Мир бесцветен, мир белес, точно извести раствор. Ты в коричневом пальто, я в исчадье распродаж. Ты никто, и я никто. Вместе мы почти пейзаж. Белый склон в тижды гладь, стук в долине молотка. Склонность гор к подножью дать, может, кровли городка. Горный пик, доступный снам, фотопленки, свалки туч, склонность гор к подножью к нам, суть изнанка ихних круч. На ночь снятое плато, трепыхание фитиля, ты никто, и я никто, дыма мертвая петля. В тучи, прячась, бродит Бог, ноготь месяца грызя, как пейзажи с места в бок, нам с ума сойти нельзя. Голубой саксонский лес, взглядов... Так. Спасибо большое. Не получилось у нас до конца дослушать. Спасибо. Ну вот прекрасное же, по-моему, прочтение. Да. Да, и это так смело всегда читать Бродского, мне кажется. А в любом случае у тебя получится... Читать вслух. В любом случае у тебя получится лучше, чем у автора. Читать вслух. Ну, ты знаешь, есть фанаты прочтения. А мне очень понравилось, как девочка читала. Это Соня была. Да, Соня. Соня, пришли, пожалуйста. Поставь галочку, да. Я прям поставлю галочку. Вот я уверен, ей понравится Габриадзе. Ну, я еще не решил, подожди. Да, что, перерыв? А нет. Давай еще попросим Алису у Роберта Рождественского почитать. Ой, с удовольствием. Тем более тоже еще наконец-то, что там у нас женщины думают. Роберт написал. Как детство ночь обнажена, земля становится просторнее,
Моя щека обожжена пронзительным. Скажи мне что-нибудь. Скажи мне что-нибудь. Скажи. Скорей. Пусть будут волны до неба. Заполони, опустоши. И все-таки скажи мне что-нибудь. Плати за то, что целовал, словами вечными, как прошлое. Зачем учился ты словам? Скажи мне что-нибудь хорошее. За то, что ты не опроверг все мужество мое нарочное. За бабий век, недолгий век. Скажи мне что-нибудь хорошее. Святая и неосторожная, чего ты просишь? Правды? Лжи? Но шепчет женщина, скажи. Скажи мне что-нибудь хорошее. Вот это вот его святая и неосторожная, чего ты просишь? Правды, лжи? То есть он понимает, что он правду никакую не скажет, что ему придется врать что-то такое хорошее для нее. Ему придется врать для того, чтобы сказать ей что-то хорошее. Ой, ну почему же врать? Начинаю я сразу оправдывать лирического героя. А мне вот очень понравилось. Я думаю, что вот у него было, наверное, невероятное количество поклонниц. Ну, он неплохо выглядел. С тегом, как же он нас понимает? Вот как же он нас чувствует? Ну вот. Ты знаешь, что обычно главная причина расставания людей — ты меня не понимаешь. Это номер один. Да-да. А здесь как же он нас понимал? Тебе видней, зло сказал он. Ну, это социсследование. Левада-центр, почти можно сказать. Давай примем телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, как вас зовут? Привет. Меня зовут Полина. Можно немножечко позитива добавить в этот вечер? Давайте, Полина, что будете я читать? Я очень люблю Эдуарда Асадова. У него такие незатейливые, очень легкие стихи. И вот одно из моих любимых стихотворений. Сегодня кибернетика повсюду, вчерашняя фантастика пустяк. А в будущем какое будет чудо? Конечно, точно утверждать не буду, но в будущем, наверное, будет так. Исчезли все болезни человека, а значит и лекарства ни к чему. А для духовных радостей ему открыт особый магазин аптека. Какая бы ни была у вас потребность, он в тот же миг откликнуться готов. Скажите, есть у вас сегодня нежность? Да, с добавлением самых теплых слов. А мне бы счастье, бьющего ключом. Какого вам? На месяц? На года? Нет. Мне хотелось бы счастья навсегда. Такого нет, но через месяц ждем. А я для мужа верности прошу. Мужская верность — это право сложно. Но ничего, я думаю, возможно. Не огорчайтесь, я вам подыщу. А мне бы капель трепета в крови. Я северянин, человек арктический. А мне флакон пылающей любви. И полфлакона просто, платонической. Мне против лжи нельзя ли витамин? Пожалуйста, и вкусен, и активен. А есть для женщин антигаларин? Есть, но пока что малоэффективен. А покоритель сердца есть у вас? Да, вот магнит, его в кармашке носят. Любой красавец тут же с первых фраз кладет к ногам и женится на вас. Мгновенно, даже имени не спросит. А есть антискандальная вакцина? Есть. Комплексы для мужа и жены. Жене компресс с горчицей, а мужчине за час до ссоры два укола в спину. Простите, нам нужно сейчас вот прерваться, к сожалению. Великолепное прочтение. Я только лишь хотел добавить для контраста, что человек, чье стихотворение сейчас читали, в мае 44-го года в боях за Севастополь под Бельбеком получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо, и, теряя сознание, он довел грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской части. Ну и после лечения врачи не смогли сохранить ему глаза, и с того времени Эдуард Асадов был вынужден до конца жизни носить черную полумаску на лице, его так и звали «Слепой поэт». Но видите, чувство оптимизма, как он не потерял. Были люди. Что-то хорошее под серебряным дождем. Что-то поэтическое, прекрасное. Роберт Рождественский и Алиса Гребенщикова. Алис, у нас 5 минут осталось. Вы читаешь нам еще? Да, но я, знаете что, отвечу, пожалуйста, чтобы у нас как-то полегче завершался час. Угу. Отвечу вам стихотворением тоже Эдуарда, еще одним стихотворением Эдуарда Асадова. «Мы решили с тобой дружить, пустяками сердец не волнуя. Мы решили, что надо быть выше вздохов и поцелуя. Для чего непременно вздох, звезды, встречи, скамейка в аллее? Эти глупые ах да ох, мы серьезнее и умнее. Если кто-то порой на танцах приглашал тебя в шумный круг, я лишь щелкал презрительно пальцем. Можешь с ним хоть навек остаться. Что за дело мне? Я же друг.
Ну а если с другой девчонкой я кружила на вешнем ветру, ты, плечами пожав в сторонке, говорила потом мне тонко: «Молодец, нашел кенгуру, всех людей насмешил вокруг». И, шепнув, добавляла хмуро: «Заявляю тебе как друг, не танцуй больше с этой дурой. Мы дружили с тобой всерьез, а влюбленность и сердце звон, да для нас подобный вопрос просто-напросто был смешон». Как-то в сумрак, когда закат от бульваров ушел к вокзалу, ты, прильнув ко мне, вдруг сказала: «Что-то очень прохладно стало, ты меня обними, как брат». И, обняв, я сказала, ликуя, слыша сердце набатный стук: «Я тебя сейчас поцелую, поцелую тебя, как друг. Целовал я тебя до утра, а потом и ты целовала, и целую все повторяла, это я тебя как сестра». Улыбаясь, десятки звезд тихо гасли на небосводе. Мы решили дружить всерьез. Разве плохо у нас выходит? Кто и в чем помешает нам? Ведь нигде же не говорится, что надежным большим друзьям запрещается пожениться. И отныне, я так считаю, все влюбленности — ерунда. Вот серьезная дружба — да, это я по опыту знаю. Интересно. Интересно. Нет, тут, ну, смотрите, у нас сегодня был такой час, что чувствуют мужчины. А вот завтра, если те, кто нас слушают, смогут прийти на спектакль «Капель», который будет в 20 часов в театре-кафе клубе «Мастерская», смогут увидеть и услышать, что чувствуют женщины. Потому что у нас там будут три красивых девочки с песнями и стихами 60-х. Я вот очень бы хотела, чтобы как можно больше народу это увидело и услышало. А вы нарядно еще будете? Ну, очень. В стиле, да? Ну, конечно. Прически, бабеты. Конечно, конечно. И платье. У нас чудесные, чудесные платья. Вообще у нас там очень хорошая атмосфера. И живые яблоки. Класс. Вот оно как. Это и очень... это все в «Капеле» завтра. Это все завтра в спектакле «Капель», да. Ну, видите, мы вас пригласили прям завтра аж на два спектакля. Завтра к девушкам на «Капель» и на спектакль «Ризо» Габриадзе. Это премьера. Давай, давай пригласим выберем. Соню, которая читала Бродского. Тебе понравилось? Да, ну, мне тоже. Я вот голосую. Соня, вы прислали нам сообщение с сайта «Сильвер.ру». Ну, вы, пожалуйста, пришлите свой номер телефона. Угу. И наш редактор свяжется с вами. И будьте готовы, что завтра в 8 вы идете на «Ризо», да, Габриадзе. Да, уже тогда собираемся. Старайтесь и планируйте 8. Платье давайте 8 надевайте. Начала. Она говорит, я не мечтала, потому что стесняюсь говорить в эфире. Ой, ну нет, очень хорошо прочитала. Да вот тоже хорошо, мне хорошо, тоже так показалось. Конечно. Спасибо, спасибо. Ну что, пора спасибо прощаться. Тебе за очень трогательное исполнение лично от Василия и от Насти, которая бы слушала, дослушала. Да. Ой, вот Настя, приходите к нам. Я от Николая из вместе Нижнего с Василием, Новгорода. Пожалуйста. Ой, а в Нижний Новгород мы скоро приедем, кстати. Ага. Мы будем 5 и 6 марта в Нижнем Новгороде. Здорово. Выступать с вот «Капелью». С «Капелью», прямо, да? Вместе, да, с «Капелью». Да, уже. Да. Вот. Везем «Капель» в Нижний. Николай, имейте в виду. Пометьте себе. Да, у нас на сайте все будет написано про это. Ну что, прощаемся. Давайте напоследок Осадова еще чуть-чуть. Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это, скорее всего, напускное. Что это случайность. И я ошибаюсь. Давайте друг другу давать шансы, друзья. Давайте шансы давать. Это про это. Ну, время такое. Нужно давать шансы, нам будут давать. Всего хорошего, да приумножится ваше племя. Благих ночей вам в придачу к добрым, да, дням. Да, вторником мы прощаемся, программа «Что-то хорошее». И хорошего тебе Сургута, кстати. Слушатели из Сургута уже с нетерпением тебя ждут. Правильный вопрос был не что привезти из Сургута, а что туда, отвезти. Ну, я повезу туда книжки и хорошее настроение. До вторника прощаемся, хороших вам выходных.